вами Ольга Пырочкина. У меня 15 минут на то, чтобы рассказать вам о деятельности депутатов Государственного совета Чувашии. В эфире программа «Законодатели». Физкульт-привет. В 29 сельских школах республики в этом году отремонтировали спортивные залы. Деньги выделили по проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Насколько эффективно их потратили, оценил комитет Госсовета по бюджету, финансам и налогам. Черечкосинская основная общеобразовательная школа. В этом корпусе учатся 75 человек. В этом году зданию исполнилось 30 лет. За это время спортзал обветшал. Пол пробовали отремонтировать своими силами, но меры оказались временными. В этом году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования школа получила 1 000 000 рублей. Спортзал отремонтирован полностью, капитальный ремонт это самое провели. Отремонтировали практически все, начиная от пола, кончая потолками, стенами. Поменяли окна на стеклопластиковые окна и отремонтировали полностью, сделали заново раздевалки и душевые, санузлы для мальчиков и для девочек. Спортинвентарь опробовал и заместитель председателя комитета Госсовета по социальной политике и национальным вопросам Александр Андреев. В школе любили уроки физкультуры, честно? Честно, да, любил. За что? За то, что есть такая возможность после долгого сидения за партой пойти на свежий воздух или в спортзале позаниматься, отвлечься от учебного процесса и потом уже с новыми силами, с новой энергией приступить к учебному процессу. В Михайловской школе ремонт спортзала тоже закончили к этому учебному году. После обновления здесь проводят не только уроки физкультуры, но и спортивные секции. Но с количеством детей, которые здесь есть в школах, залы вполне хорошие. Мы видим, что спортивная инфраструктура меняется в селе. Но в целом, конечно, понимаешь, что столько еще нужно вкладывать в сельскую школу. И я считаю, что это очень важно. Потому что от того, что окружает ребенка в школе, очень зависит его и уровень культуры, и его общее восприятие на жизнь. Рядом с Михайловской школой этой осенью еще появилась и игровая, и спортивная площадки. Мне больше всего нравится на этой площадке горка. Когда эту площадку впервые построили, мы с мамой, ну, со всей семьей сюда пришли. Даже папа сюда пришел. В общей сложности в республике в этом году спортивные залы обновили в 29 сельских школах. Нуждаются в капитальном ремонте еще 39. Мы говорим, что 55% страны, жителей страны, должны заниматься спортом. Нам Владимир Владимирович такую задачу поставил. А как мы это сделаем, не создавая условия? В городах уже этот вопрос решенный. А в сельской местности вот надо будет уделять больше внимания. Мы в прошлом году 29 спортивных школ сделали, в этом году тоже 29. По-моему, в ближайшие 2-3 года мы завершаем. Полностью во всех школах будут спортивные залы с туалетами, с горячей водой, с душевыми установками и так далее. Тогда наши сельские ребята будут такие же условия иметь по занятию спортом, как городские. И из них будут вырастать чемпионы, которые будут защищать честь нашей Чувашской республики. Проект бюджета на следующий год обсудили комитеты Госсовета на совместном заседании. Главный финансовый документ республики. Депутаты должны изучить и задать все интересующие вопросы министрам задолго до сессии. 63 миллиарда 800 миллионов рублей. Таков консолидированный бюджет региона на следующий год. Он с профицитом порядка 200 миллионов. Основные статьи расходов неизменны. Образование, соцсфера, здравоохранение. Больше 4,5 миллиардов пойдут на строительство, ремонт и содержание дорог. 355 миллионов на благоустройство дворов, парков и скверов в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Предусмотрены в бюджете и деньги на снабжение населения чистой питьевой водой. Планируется привести в технически исправное состояние водозаборной скважины и водонапорной башни, на что выделено 200 миллионов рублей. Это позволит повысить надежность и качество водоснабжения порядка 25% населения, проживающего в сельской местности. 176,9 миллионов направляется на строительство систем водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода». 32,6 миллионов на строительство водопровода до Чандрова. 21 миллионов на водопровод село Порецкое. 123 миллиона водоснабжения города Ядрин.
1 200 000 000 заложено на оздоровление Волги. В центральной части Чебоксары и столичном микрорайоне Волжский построят очистные для ливневых стоков. Сейчас все, что течет с городских дорог, прямиком сбрасывается в реку. На совместное заседание Комитета Госсовета собрались для того, чтобы задать все интересующие вопросы по главному финансовому документу до сессии. Владимир Михайлов поинтересовался перспективой так называемой территории опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТАСЭР, в городе Химиков. В Новочебоксарске ожидается открытие зоны ТАСЭР в 2020 году. Насколько это реалистично, по вашим сведениям? Основной пул заявок сейчас сформирован. У нас 8 резидентов, свыше 10 миллиардов рублей. Потенциальный объем инвестиций, который заявлен якорными инвесторами. По нашим оценкам, до конца этого года заявку мы подадим. Вопрос решения, рассмотрения, по практике это 2-3 месяца. Вопрос, который за 2-3 месяца решить не получится – ликвидация очереди на жилье среди детей-сирот. Меня интересует, какие за последний год и сейчас были меры предприняты для того, чтобы закрыть очередность на жилье для детей-сирот. Потому что очередь, она существует, средств постоянно не хватало. На эти цели в бюджете заложили 210 миллионов. Этого хватит, чтобы обеспечить жильем 194 человека, рассказала Светлана Янилина. Сергей Семенов продолжил тему Новочебоксарска. Находится садик на улице Восточной, в районе, не на улице Восточной, в районе Восточной садик находится. УСИН раньше его там арендовал, он же год стоит. Мы в текущем году финансовую помощь выделили в сумме один межбюджетный трансфер 1 миллиард 509 миллионов рублей. Из них 30 миллионов рублей на капитальный ремонт зданий и дошкольных образовательных учреждений. То есть они сами распределяются этими деньгами, на какие садики они будут отправлять. Поинтересовались члены комитетов и судьбой законопроекта о льготах на транспортный налог для семей, которые воспитывают детей-инвалидов. К нему должны вернуться, когда Министерство труда подготовит все расчеты. Последняя, самая актуальная информация о ситуации в Чувашкредитпромбанке и границе между Чувашей и Ульяновской областью. Это темы повестки дня сессии Госсовета помимо бюджета. По предварительной информации, свои сбережения в банке, у которого 7 ноября отозвали лицензию, хранили почти 37 тысяч вкладчиков. В том числе 35 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Им банк-агент уже начал выплачивать возмещение по вкладам. 100% от суммы на депозите, но не более 1 400 000 рублей, рассказал депутатам председатель Кабинета министров республики Иван Моторин. С 18 числа начата выплата страховых сумм вкладчикам банка. Для информации, завтра день 390 человек получили свои страховые суммы, порядка 250 миллионов рублей. Средняя выплата на одного вкладчика 641 тысяча рублей. Мы можем ориентироваться, что в течение месяца большая часть средств будет получена вкладчикам, которые подлежат страхованию и соответствующим выплатам. Юридическим лицам выплаты начнутся во вторую очередь. В самой непростой ситуации оказались ТСЖ. Сейчас по закону они не относятся ни к ФИС, ни к юрлицам. А значит, возмещение средств им положено только в третью очередь. В подвешенном положении управляющие компании, которые не успели перевести средства жителей ресурсоснабжающим организациям. Правительством республики начаты встречи, в частности, прошли с управляющей компанией ТСЖ города Чебоксары. В ближайшее время планируется выезд в Новочебоксарск, а потом в город Канаш. Но это наиболее муниципалитеты, где компании данной сферы держали свои счета в Чувашкредитпромбанке. Ведется работа по рассрочке платежей с ресурсоснабжающими компаниями, оценивается вообще в целом финансовое положение, и после этого будут выработаны меры поддержки, в том числе данных организаций. Вкладчикам, чья сумма на счетах превышала 1 400 000, возвращение остатка придется ждать после реализации активов банка. Тогда же начнутся и компенсирующие выплаты ТСЖ. Хватит ли средств на всех, поинтересовались депутаты. Есть какое-то имущество, помимо страховых, я имею в виду недвижимость, может быть, в валюте, в других банках депозиты самого банка, как юрлица. И будет ли конкурсная масса покрывать и, возможно, все покроет или не частично? Это
этот вопрос сейчас как раз выясняет временная администрация банка, отметил Иван Моторин. Если по результатам оценки активов хватит, банк ждет принудительная ликвидация. Если нет, банкротство. Вопрос об утверждении бюджета стоял вторым в повестке дня. Его приняли большинством голосов. И еще из повестки. Парламентарии утвердили соглашение о границах между Чувашией и Ульяновской областью. Сделано это для более эффективного использования земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на кадастровый учет. Сейчас на кадастровый учет поставлена граница уже с тремя нашими соседями. К фактическим изменениям границы это не ведет. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, сокращенно РАНХИКС. Этот вуз считается главной кузницей кадров в системе государственного управления России. Более 30 его магистрантов приехали в Чувашию из разных регионов страны, чтобы познакомиться с работой нашего парламента. В РАНХИКСе работает единственная в стране кафедра парламентаризма и межпарламентского сотрудничества. В разных регионах России студенты и магистранты проходят выездную практику. Здесь кто себя мотивирует прежде всего, хочет в карьере себя найти, но не служащего государственного как чиновника в исполнительной власти, а вопрос публичной сферы управления. Мы вот учимся, и нам помогают парламенты регионов показать, как изнутри это выстраивается работа. Сельскими депутатами, городскими депутатами, депутатами собраний. Мы делаем выездную практику за счет учебного процесса, удлиняем сессию. Гости интересовались, как налажен обмен опытом и совместная работа над законопроектами с парламентариями других регионов. Председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова отметила, на данное время подписано больше 20 соглашений о межпарламентском сотрудничестве. Что касается нашего федерального округа, депутаты наладили работу с коллегами практически всех регионов. У нас в ноябре будет ассоциация Приволжского федерального округа. Мы там планируем и с ними заключить. Также в планах на ближайшее время парламент Крыма. Это была программа «Законодатели». До свидания.